Успенский кафедральный собор – это главная достопримечательность и символ Смоленска. Собор стоит на высоком холме, Соборной горе, и поэтому его видно из многих мест города. Вместе со всеми постройками Соборной горы этот архитектурный ансамбль является главной архитектурной доминантой Смоленска. Прекрасный огромный собор, вмещающий 5000 человек, уникален прежде всего тем, что сочетает в своем убранстве элементы древнерусского стиля и украинского или казацкого барокко. Первый храм на этом месте в 1101 году построил Владимир Мономах, внук Ярослава Мудрого. В этот храм он перевез из Чернигова икону Богородицы Адигитрии, которая досталась ему по наследству от его матери. Таким образом, икона получила наименование Смоленской иконы Божьей Матери. При внуке Владимира Мономаха Ростиславе Мстиславовиче собор достраивается, и в 1137 году учреждается Смоленская епархия. Первым смоленским епископом становится Мануил Грек, а Смоленский собор становится кафедральным. Первый собор был разрушен взрывом во время обороны Смоленска от войск Речи Посполитой. После почти двухлетней обороны защитники города взорвали запасы взрывчатки, которые хранились в погребах вблизи соборного холма. В результате этого часть собора обрушилась. В 1611 году на его месте поляки устроили костел, разместив в нем кафедру архиепископа Смоленского русской униатской церкви. Но вскоре после освобождения города от захватчиков в 1676 году смольчане его разобрали и основали новый храм, который стоит здесь и по сей день. Строительство нового собора велось под руководством зодчего Алексея Королькова. Собор возводился в течение целого столетия. Строители сталкивались то с нехваткой средств, то с разными другими трудностями. В 1740 году архитектор Готфрид Шедель завершил строительство семикупольного храма. Однако по прошествии двух десятков лет два купола из семи обрушились и в итоге оставили традиционное пятиглавие. Таким образом, к 1771 году строительство собора было завершено. Собор выстоял в войну 1812 года и Великую Отечественную войну, хотя десятки храмов и несколько монастырей Смоленска и Смоленской области были полностью уничтожены в эти тяжелые годы. В послевоенное время из собора был убран организованный здесь в 1930-х годах антирелигиозный музей, и с того времени храм снова стал действующим, здесь возобновились богослужения. В Успенском соборе хранится несколько уникальных святынь. Список смоленской иконы Божией Матери Адигитрия, но это не первоначальный образ. Первоначальный образ бесследно пропал после фашистской оккупации города. В соборе также хранятся железные сандали святого Меркурия, который считается покровителем Смоленска, и сшитая плащаница положения во гроб.